Начнем сегодня наше уже третье занятие. И посвятим, начнем занятие-то с буквы Г. Г и Г. Г пишется с гласными твердого ряда. Га, го, у. И Г это уже ее мягкий вариант. Он пишется с буквой. Со звуками, как буквами, как вы поняли, уже твердо, мягкими рядными. Г, гу, ге, ги. Буква Г на калмыцком, знаете, как пишется, да? Интервокальная называется. Г. Так вот. В начале пишется слово, в начале слова, середина, в конце не пишется почерк. В начале она тоже так с этой формой тетим, г. В середине слова она так. Здесь прочерк. Перепишите, потом мы будем уже с гласными га, го, ку писать. Начинается, видите, как вот этот титым, который корона. А это вот начинается как мургом. Прямо идет сверху. Прямо идет он. Напишите. А, как Х, только кружочек. Спереди. Га. Г. Го. Гу. Га, го, гу. И вниз, да? Это в начале. Га, го, гу. Га, го, ой, го, логичка, го, и го. Это в начале слова, в середине слова, то же самое. Га, г, г, горе, гал. Га. Го. Го. В конце слова. Га. Го. Гу. Гу.
Это середина. Начало, середина, конец. Га-ку-ку. Буква Г пишется с буквой твердого ряда. Тут же с этой стороны давайте буду примеры писать, какие слова. Некоторые не удивляйтесь, не бойтесь. Еще согласны, вот которые мы еще не проходили. Ну, повторяйте. Дальше будем проходить. Огонь. Гал. Видно? Гол. Река. Гу. Что такое гу? Дыня. Ган. Знаете это слово? Ган. Зной. Жара. Ган халун говорят. Ган. Ган. Гар. Рука. Го. Прямой. Го. Га. Га. Хай. Пишется га. Хай. Читается как га-ха. Га. Хай. Га. Ха. А? Это да? Ага. Нга. Ган. Конечная нга. До нее дойдем скоро. Так, примеры написали. Сейчас будем букву Г писать. Перепишите, пока я вот тряпку намочу. Гал, гу, гол, кан. Там у края видно здесь, что пишется. Угу. Га. Газар. Земля. Газар. Посередине можешь стереть уже. Г я буду писать, хорошо? Где? Вот это? Да. Ага, го. Вниз это как продолжение, может, и так можно не обращать на нее внимания, вот так.
Го. Г. 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 Так, списал, написал прописи, что ты делал. Г. Пишется звуками. Вот так, видите, начало тоже как тетим. Конструкция корона. Г. Г. Ги. Ги. Иш, помните, как писалось? Ги. Так. Пропорционально, что ли, сделано? Ги. И. Г. Г. Вот так, немножко сложно будет, наверное, да, писать? Г. Г. Вот так, раз. Г. Понятно, да? Это? А, эту? Не, почему она есть? Ну, можно и не делать. Просто у меня так она пишется по традиции. Видите, как... Начало. Она здесь пишется, такие. Ну, в Айратске я смотрел, там в словаре, там нет такой чего. Ну, там это печатно, я вот как такое письменное пишу. Г. Можете... Сложно будет немножко, дайте повторить еще раз. Г. Г. Сотру вот эту штучку. Г, ги, г. Еще гласный. Г. 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 Это начало. Начало. Середина. И конец тоже тот самый. Ге. Ге. Продолжение с нулевым. Ге. Ги. Г. Г. В конце. Ге. Тоже самое будет писаться так. Вот так. Ге. Ги. Г. Г. Гер. Юрта, кибитка, дом. Гер. Гер. Гем. 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 Здесь гер. Будет писаться гер. Так, да? Да, гем. Гем. Вина, проступок, болезнь. Г. Где буква Г, а где буква? Она входит в нее. Вот Г. Вот. Г, да? Вот так. Г. Э хотите написать? Закругляете черточку сюда. Она не может же отдельно от нее писаться по традиции. Вот так не будем писать. Г. Это неправильно.
М, гем, да? А, вот. Ге, м. Конечная М, да нет, уже дойдем скоро. Понимаете, как входит, да? Г, ага, вот так. Г. 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 Г хотите, вот так добавляете. Хорошо? Г. Г. Гюр. Гюр. Мост. Мост. Даже не мост, а еще... Гюр что означает? Моль, да? Моль. Гер, гем, гюр. Еще какие можете слова? Гиген. Легкий, да? Гиген. А, не гиген. Ген. Так. Ги-и-ген. Гиген. Легкий. Слово такое. То есть начали с моли, с моста. Герел. Герл. Свет. Герел. Герл. Это Л конечное. Еще свет высокий, более стиль такой. Ге, ген. Долгота. Геген. Геген. Богдо геген. Да? Далала мин геген. Светлость великий. Эх, эх. Ге, ген. Геген. Юдрин геген. За светло, да? Светло. Юдрин гегетер. Хертн, гюдринге гетер иртн. Геген, герл геген. Тоже из парма, тоже геген, герл, герл геген. Ге. Гюн. Что означает гюн? Глубокий. Глубокий и другой смысл. Кобылица, кобыла. Глубокий. Вариант кобыла. Гюне үсін. Кобыли молоко. Гюн, гюн, да? Это вот здесь, наверное, это за то, что сейчас я сотру от мела осталось. Сейчас высохнет немножко. Гюн, да? Опять плохо видно? Сейчас лучше? Угу. Гюн.
А здесь черточка не нужна. Потом я объясню, в каких случаях черточка. Черточка удваю, удал. Долгота пишется, где нет. Сейчас будем букву Д проходить. Гюн. Гюн. Долгая. Современно мы говорим гюн. Одна ю. Что и кобылы, что и глубокий. А? А. Ги-и-ген. Вот это? Ги. 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 Вот так. Это йод. Ги. Удлиняется. Ги. Ги-и-ген. Ги. Говорим ги-и-ген. Пишется ги-и-ген. Ге, ги, гэ, гэ. Ге, ги, гэ, гэ. Гюн, ген, ги, ген. Гюр, геген, геген, герел. Е нету. Ну это Э. Я не пишет. Это вот это. Совместно с йод, И и А. Я. Йо. Тоже. Ну, букву Йо не пишет. Так. Да. А, здесь? Ну, можно и круглое здесь. Так. Твердое. Может, ровнее хочется, и здесь получается твердое. Одинаково, только вот этот диакритический знак их меняет. Г. Буквально же, когда только идти, смотрел, айратский словарь, да? Вот это нет на Г. Вот этой? Да. Не, это я пишу, что потому что в середине слова, чтобы вот слово будет идти, например. Какое можешь слово придумать? Чтобы Г было посередине. Нет. Уга? Нет, да? Уга. В тот дубичек оно пишется «ю-гей». Вот это. «Ю-гей». И значит «уга». «Ю-гей». Ну, можно это. «Ю-гей». А, этот? Этот? Это как продолжение слова, посередине слова. Чтобы мы уже понимаем, что перед этим буква. Ага. Не, ну можешь вот так. Г. Вот так, Г. Все переписали, да? Д. Д. Сложное? На что похоже? А? Сейчас. Ага. Как туфля, да? Туфля. Д. Ну уже она иногда пишется вот так. Так, но все равно похоже, ну, немножко. Д. Так. Да. Она пишется и с твердо рядными, и с мягко рядными. Да, до. Да, де, ди, до, ду, ду, ду. Да. Смотрите так. Ой, что-то не получилось. Да. Де. Де. Ди. Ди. Я тебя сотру вот эти. Ди. До. До. Ду.
До. Д. Д. И остался он Д. Д. Это в начале слова. В середине слова. Да. И получается. Да. Д. Ди. До. Ду. Дэ. Че, одинаково почти пишется в начале и середине, да? И в конце. Да. То же самое. Д. Тоже аналогично. Ди. Вот так. Круглое. Ди. Вот этот хвостик можете не писать, не повторять. Ди. До. В конце. Ду. Ду. Дэ. Тоже одинаково. И дэ. Будет писаться как? Как буква У, да? Только без черточки. Да, де, ди, до, ду, де, ду. Да, повторяйте тоже. Можете повторять. Да, де, ди, до, ду, де, ду. Да, де, ди, до, ду, де, ду. Слово всем известное. Дем. Знаете, что это такое, да? Дем. Помощь на свадьбе, на мероприятиях. Дем. Дем. Ну, произносится просто деме. А такой дем. Демер кюстык, десер холовдык, да? Дель. Это дем. Слово дель. Знаете, что такое дель? Грива. Дель. Грива. Пишется современно дель. Здесь, соответственно, дем. Слово дю. Тоже известное всем. Дю. Младший, да? Младший. Дю. Дю кюкін. Дю кюкін. Нанасы дю. Младше меня. Дю. Так. Там переписали ту сторону? Нет. А, пишите. Потом дальше еще с твердорядными гласными будем примеры писать. Дем, дель, дю. Дель, грива. Дель, сю. Грива и хвост. Дю, младший. Мини, дю. И после этого пройдем букву Т. Достаточно. Д, Т. Зайпандита их дифференцировал. В старомонгольском Д и Т писались одинаково. Д, Т. Не... По смыслу только можно было понять. Да и сейчас они так пишут одинаково. Д, Т. Зайпандита думал, это чтобы облегчить чтение. Д, Т разные. В монгольском, в старомонгольском. Вот. И по айратскому разделил. Д. Д. Звонкая, Т. Глухая.
ди, ди, джи. Ди, джи. Ди, джи. Да? Знаете тоже, да, слово? Ди, джи. Ди, джи. Ди, джи. Долгота. Ди, джи. Да, са, ху, да, с х, учить, да? Да, са, ху, да, с х, вот это с, мы до нее тоже дойдем. Да, с ху, да, са, ху, да, са, ху. Да, лан, да, лан, далн, 70, да? Да, лан, далн, 70. Какое число можно написать? Пример. Т. Масаху. Букву Э уже знаем, как пишется. Сейчас Д в середине слова. Э. Дер. Эдер, да? Что-то у меня криво получилось, что ли, Нурга? Э. Эдер. День. Эдер. Эдер. До, лон, долон, долан. В тот дубичек пишется долон, пишется долгое О. Современно. Долан. Так. Дор, джи, дор, джи. Дор, джи, дорже. Это уж тибетское слово. Имя. Дорже. С этой стороны. Теперь еще пример. Буква Д, что в середине. Ху. Дал. Знаете, что такое? Худл. Ага. Ху дал, худал, худал, ху дуг, худок, да? Колодец, ху ду г, худок. Худук. Худук. А, Г какая-то такая. Слишком долго сделал, что ли? Худуг. Худал. Хул, да, хулд, торговля. Хул, да, хулд, торговля.
Это? Менее правее справа. Худуг. А, вот здесь? Худуг. Г. Конечная Г это такая. До нее тоже потом дойдем. Г. А вот двойка и запятая, да, слева? Здесь, ну как двойка и запятая сверху. Ага, посередине, так, слева. Дети, кюкет, да? Д в конце. Кю, кюд. Кю, кюд. Кюкет. Отличный бег. Так все-таки где ставится удан, а где не ставится? Сейчас дойдем, подождите. Кукуд, кукуд. Кукуд. Можно сидеть, да? Переписывайте еще. Перепишите. Кюкюд, дети. Для примера, что Д в конце. Та. Когда Г, ее само вначале в середине конце. Г. Г. Га, ги. Да. И вот это сейчас тоже вы уже слогином пишете. А сама буква как пишет? Не, почему? Т. Вот она и написала как.
Угу. Просто со слогами легче ее произносить и писать. Да, понятно. А то, если будем мы целый час учить, как она, форма ее, фигура, как она выглядит. Т. Вот она. Т. Т. Вот она. Т. Вот она так пишется. Это без та, без Т. Сотру я здесь, да? Та. Т. И она пишется и с твердо рядными, и с мягко рядными. Т. Ти. То. Ту. Тэ. Ты. Так, из верхней. Например. Вот ты. Ты. В начале слова. В середине слова. Та. Ты. Ти. То же самое. То. Ага. Ту. Ты. Ты. А-а. Вот это можно. Можно и меньше, если все хотите. Ага. Можно вот так писать. Угу. Та. Ты. В конце. Ти. То. Ту. Ты. Ты. Та. Ты. Ти. То. Ту. Ты. 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 Та. Та. Ты. Ти. То. Ту. Ты. Ты. Тату, да? Та. Ту. Тату. Нехватка. Не хватает чего-то. Все знаете это слово. Кого произносим? Даусен тату. Соли нету, например. Че. Цен. Даусен тату. Так. Титим корона, которую мы постоянно повторяем. Пишется. Ти. Тим. А какое оно слово похоже? А? Титим. Титим. Диадема. Слышали же такое? Диадема, корона. Восходит к этому слову. Ти. То. Ти. То. Ти. Тоти шун, тоти попугай, тоти попугай, попугай, тоти. Здесь пишут, тоти, там, там. Ад. Там. Буддийский ад. Там. Там. Поминаем существа ада.
Та-бун. 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 Пять. Та-бун. Та-бун. Та-ту, та-бун. Ти-тим. Ту-ти. Там. Здесь можно сидеть. Здесь можно сидеть? Еще? А, еще. Пишите, пишите. В середине буквы уже все переписали, да? А, пишите, пишите. Да. В общем, примеры хотел. Что? Там. Ад, ад. Не томат, а там. Рай и ад. Вот я так произнес, наверное, там. Ад, когда там томат. Та. Еще стресс. Т примеры напишем, не было. Слово. Серген. Серген. Телега, да? Телега. Ту. Ту. Р. Га. Ту-ту-ра. Рис. Ту-ту-ра. Ту-мен. Знаете, да? Ту-мен. 10 000. Ту-мен. Ту-мен. Десять тысяч. Ну, раз есть ад, то, наверное, существует и рай, да? Та-ра-ланг. 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 Шелк как будет по-калмыцки? Торгын, да? Угу. Торгон пишется. Торгон. 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 Шелк. Когда раньше сватались, калмыки говорили. Теме кетлигин манады бэне, торгуим стыкин танады бэне. Теме энте дэс бэне, да? Те. Мен. Темен. Долгой. Верблюд. Те. Мен. Темен. Теме. А? Тараланг. Та. Ра. По буквам, да? Та. Ра. Ланг. Тараланг. Рай. А? Рай переводится. Давайте я напишу. Рай. А? Ра. Рис тутурга. Тутурга по-английски. Рис. Терген телега, тюмен 10 000, тутурга, темен верблюд, таралан, торгон.
На следующей неделе, в пятницу, мы пройдем с вами букву Б, М, МА и З. Три буквы. Или лучше две. Б, М, а З будем с С сосчитать. З, С. Таралан. Табун. Угу. Ну, это правило. Написание такое. А вообще есть какие-то правила современного, допустим, не знаю, что табуна написать? Мы же после БНД. Угу. А как вот, что там должна быть ла? Ну, табу надо учить, знать. Это правило. Да, потому что бн. Если будет... Правила? Таких, как правило написания, вот они есть почему. Табун. Это традиция такая написания. Табн не пишем мы, не произносим. Угу. Гласные. После согласных всегда гласная должна быть. Если в современном калмыцком мы говорим тавун, пишется в н, а что-то слышится между ними, да? Какой-то звук какой-то а или э или у. Неясно, гласное, как говорится. Табун. Ну, по Тодо мы бичикни мы никак не напишем. Табун. Уже сразу хабур, говорит. А? Хабур? Весна? Хабур. А, весна пишется хабар. Хабур это пишется нос, хамур. А? В? Буква В есть, но она пишется со словами заимствованными. Как Виктор, Воля. Две слова. В. Нирвана. Пишется В. Только, чисто там, где калмыцкий, Йовна, Ябуна, Йобна пишется. Ябуна. В. Там, где В, мы говорим, произносим В. Чуть-чуть позже к правилам придем. Сейчас ну, мы да. Учим, угу. Как пишутся буквы. Ну и да, и постепенно, и правила. Поэтому... В, оно как бы это пишется в тодобичик, но оно пишется только для... употребляется с заимствованными словами. Вот, например, письма есть в архиве у нас встречаются. Волынский генерал или Волынский, астраханский такой губернатор был. Там писали Волынский, Волунский. Некоторые грамотные писали Волын, Волунский, Волинский. Подполковник писали Поды, полковник. Тоже все эти. В она употреблялась в тибетских и санскритских словах только когда? Вошедший в калмыцкий язык. Ваджра. Ваджра писалось очир. Вачир сначала писал вачир, потом очир. Имя очир вот это ваджра есть.